наоборот, я заставляю своего парня ценить меня больше. Я нашла в интернете фото красивого, богатого парня. Сильно обработала их фейсап, чтобы фотографии нельзя было проверить через Google картинки. Затем я создала инстаграм-аккаунт с этими фотографиями и много писала себе от лица этого аккаунта, оставляла комментарии и ставила лайки. Когда мой парень заметил это и спросил, что это за парень, я ответила, что это мой одногруппник. После этого, когда мы с моим парнем были дома, я сидела рядом с ним в телефоне с подозрительным выражением лица. И потом специально оставила разблокированный телефон без присмотра. Так как у моего парня уже были подозрения на мой счет, он не смог сопротивляться соблазну прочитать мои переписки. И когда он залез в мой инстаграм, он увидел заранее подготовленную мной переписку с этим парнем, где он проявляет ко мне очевидное внимание, а я отвечаю ему очень сухо. Таким образом, мой парень увидел, что даже объективно красивому и богатому парню я не отвечала взаимностью, потому что у меня есть он. И это заставило его ценить меня с новой силой. Всем привет! Ну, просто какие-то невероятные утиные истории. Не, ну серьезно. Вроде, казалось бы, шутки шутками, но большинство женщин действительно так делает. Создают левые аккаунты и повышают чувство собственной важности в ваших глазах. А вы, как храбрые самцы олени, пытаетесь бодаться с этими виртуальными богатыми мужчинами. Это, во-первых. Во-вторых, знаете, что самое печальное? Что бабы рады, когда вот такая вот конкуренция создается. Потому что им очень важно, чтобы за них кто-то боролся, чтобы сражался, чтобы была вот эта самая конкуренция. Хотя, на самом деле, если женщина создает подобную ситуацию, это уже говорит о том, что вы ей не особо нужны.